На открытии недели детской и юношеской книги скучать не давали никому. Гости водили хороводы, участвовали в народных забавах, театральной викторине, конкурсах и многочисленных мастер-классах. Мы даем вторую жизнь ниткам, распущенных из старых вещей. Из этих ниток дети могут приготовить разные поделки. На нашем кружке в селе Булатниково белые руки. Сегодня мы делаем помпоны. Это самый легкий и быстрый способ без лишних приспособлений. Но все, конечно, с нетерпением ждали главного действия – награждения. Ведь ребята так много работали ради этой победы. Читали очень много произведений, и с помощью этого, наверное, выиграем. Из библиотеки брали. Из рассказа «Конек Горбунок» мы делали поделку. По прочитанным произведениям все конкурсанты готовили творческие работы, а также зарабатывали победные баллы на викторине. Конкурс проводится уже 14-й год, поэтому компетентное жюри довольно сложно удивить. Бывают невероятные работы. Я помню, позапрошлом году это были творческие работы. Тема была, по-моему, экологическая. И когда нам принесли работу огромную, и вы знаете, там такой сюжет, там плавают лебеди в море. Ну, то есть красота невероятная. Конечно, это не может не трогать. На сцене театрализованные сценки, песни и танцы чередовались с награждениями, ведь номинаций победителей было довольно много. Ребят поздравляли с книжными именинами, а также открывали маленькие секреты. Ленинскому району исполняется 90 лет. Я хочу открыть маленький секрет. В этом году вот к этому событию будет выпущена новая, абсолютно новая, большая книга. Называется она «Энциклопедия». И будут в ней собраны различные интересные события, интересные люди, интересные факты нашей истории, района. От самых древнейших времен до наших сегодняшних дней. Школьников поприветствовал настоящий детский писатель Виктор Лунин. Он рассказал, что этот праздник придумал еще во время Великой Отечественной войны знаменитый писатель Лев Косиль, а также прочитал стихи собственного сочинения. Воем волками, тявкаем псами, львами рычим и кричим петухами. А вместе с нами, целыми днями весело маме. Самыми читающими классами оказались 1 А Видновского художественно-технического лицея и 4 Б Видновской школы номер 4. Также выбрали самую читающую школу, самого читающего ученика и самый творческий класс. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.